И всем привет, ребят. Мы поговорим о теме новых предметов, о которых я снимал в этой же версии 1.16.2.2. Ну, и погнали. Создать мир с этими предметами очень легко. Просто находишь включить читы и вот эту вот кнопку создать. Но это уже практически все игроки знают. Поэтому, ребят, не будем медлить. Но, ребят, это еще не только все. В этих блоках таится тайна. В этих всех блоках таится тайна произведения этого искусства Майнкрафт. Все уже, наверное, знаете эти блоки. Они особо ни для чего не нужны. Но могут и пригодиться даже что-то химичить. Но это еще не только. Ведь эти блоки очень хрупкие. Их легко сломать одним движком. Ну, как в творческом ломать блоки. Только это выживание делается. Ну, и один из самых странных блоков, которые решили добавить разработчики, это вопросительный знак. Да, он еще пока разработчики не решили, что будет за обозначать, но уже в версии 1.19 уже нет таких блоков. Да, очень жаль. Это просто надо делать на других версиях, которые могут работать очень-очень-очень слабо. Поэтому, ребят, если вы хотите, чтобы разработчики добавили в версии 1.20 эти блоки и эту кнопку, то тогда ставьте лайк и подписывайтесь. Или напишите в комментариях. Да, разработчики, пожалуйста, добавьте эти блоки в версии 1.20. Ну, просто, чтобы никакие команды не включать, моды, и никакие кнопки, читы там и так далее. Поэтому, ребят, пишите разработчикам вон так. Потому что это будет считаться как пул археологии. Ну, вы уже знаете про археологию. Про археологию. Я говорю слабо очень. Поэтому, ребят, нужно добавить эти блоки. Потому что они еще могут пригодиться. Но я до сих пор еще не выяснил, что это за блок такой вот. Ну, что это вот такое? Он очень круто выглядит, но на нем никакой цифры не написано, только. Ну, а сейчас я вам расскажу, для чего нужны эти блоки. Эти блоки нужны для того, чтобы умножать какое-то число. Ну, например, сейчас покажу. Ну, например, вот. Так.
Берем вот это вот. Ну вот. Короче, вам понадобится вот эта вот штука. И тут есть всякие штуки. Ну вот, например, вот. Как можем поставить число 70? Или взять это и взять это. Эти блоки все дают какое-то число. Ну, например, вот на вот этой вот букве «Ну» написано цифра 67. А вот, например, вот на вот этой английской буковке написано 118. Ну, и так вы уже поняли, о чем я клоню. А так нужно еще поговорить об этих блоках. Ну, ребят, я вам расскажу, что это вот, вот что за вот эти блоки. Что они вообще обозначают? Сейчас я тут все подготовлю. Вот сейчас у нас такой вот раба. Вот такие у нас столы тут есть. Да, интересно, что там, наверное, пока. Ты чего, Эндермен, блин, спятил? Наверное, Эндермену понравятся его блоки. Ну, возле портала, которые. Ну, а мы начнем пока. Это такая штука, где есть такие фигни, и надо умножать штуки. Но я вам уже говорил. А, я уже понял. Это типа минус, а это плюс. А это непонятно углеродная какая-то фигня. А это какие-то красные штуки. Короче, это очень странно. И сейчас точно не нужно. Давай, иди. Пожалуйста. Фух, я уже думаю. Это... Это какая-то фигня непонятная. Сейчас мы прочитаем название. Создатель соединений. Ага, понятно. А это какие-то штуки. Их надо объединять тут что-то. Ну, похоже, нужно объединять вот эти вот блоки. Вот. Вот эти вот блоки надо объединять, короче. Ставим. Объединить. О, что? Мне выпал мусор. Спасибо за мусор. Мне дали какой-то горящий мусор. Не знаю, что это такое, но прикольно. Мне интересно посмотреть, как, что нам выпадет, если мы объединим вот этот вот блок. Эндерменский. Так. Ну, прикольная штука. Объединить. Опять этот мусор? Мусор. Спасибо, мне не надо мусор. А может быть, мы объединим блок какой-то нибудь? И вот эту вот штуку, блин. Еще и магму объединим.
то что будет? А, магма не добывается. Значит, киркой добудем. Две магмы. Не, нам нужна только одна. И пойдем объединять. Ой. Так. Нам бы еще какую-то штуку сейчас добыть. Добудем это и это. Все, погнали. Короче, объединим это, о, это. А, это, короче, просто взрывы. Появляются какие-то. Я уже выбросил три этих сраных мусора. Ладно. Ну и вот этот вот блок. Ну, надо тут что-то, короче, объединять. А я не понял, что надо объединять. Поэтому, ребят, я вам рассказал об этих блоках. Ставьте лайки и подписывайтесь, если хотите, чтобы я выпустил продолжение про эти блоки. Они очень прикольные. И золотой топор. Везет, короче. Ну, и всем пока, ребят. Бай.